В Югре сотрудники МЧС вышли с рейдами на реки. Главная цель – напомнить рыбакам-любителям, что зима закончилась, а потому лед стал предательски обманчив. Спасатели ежедневно мониторят состояние ледового покрова и замеряют его толщину. Рыбаки знают о мерах безопасности, но в погоне за хорошим уловом часто о них забывают. Наказание за риск закон не предусматривает, а потому сотрудникам МЧС остается лишь снова и снова напоминать югорчанам об осторожности и оставаться начеку на случай несчастья. Со 2 апреля ведется акция «Безопасный лед». В ходе этой акции проведено 53 патрулирования в местах массового выхода людей на лед. Также хотел сказать, что люди, которые отправляются на рыбалку, либо просто выходят на водоем, чтобы оценивали ситуацию, желательно, чтобы не выходили на лед, так как весной лед очень опасный, хрупкий и может произвести провал под лед. Выход на лед в это время года нередко заканчивается трагически. Минувшие выходные в Сургутском районе под лед ушли 3 снегохода, в результате чего 2 человек пропали без вести. А неделю назад в Нефтеюганском районе погиб рыбак, также провалившись под лед.